У поселка Сосновка неподалеку от поста ДПС в пятницу утром из-за невнимательности водителя Mitsubishi Fuso произошла авария, в которой пострадали трое маленьких детей. Грузовой автомобиль врезался сразу в две легковые машины, стоявшие на проезжей части. Наименьшие травмы получил трехлетний мальчик, ехавший в салоне Honda Edix. Он, как и его мать, управлявшая иномаркой, ударился головой. Куда более серьезно травмировались брат и сестра, сидевшие на заднем сиденье Toyota Vitz. Шестилетнюю девочку, безопасность которой должен был обеспечить специальный ремень, зажала между сиденьями. В ранний час родительницы везли детей в садик, расположенный в поселке геологов. Вот детский сад в той стороне, мы встали на повороте. Вот девушка стала, ее первая машина, следом я. И все, я слышу хлопок, все. У меня двое детей в машине, мы стали вытаскивать, все люди подбежали, начали вытаскивать детей. Дочку зажала между сиденьями, очень сильно напугались, кричали. Пол салона в машине. Я вообще не знаю, как они выжили. Немного успокоившись, женщины бросились к вопросами к шоферу Фусо. Испуганный от понимания того, что натворил мужчина, объяснил, что задумался о своем и попросту не заметил остановившиеся автомобили. С утра супруга сообщила ему, что скоро он станет отцом. Автолюбительницы подозревают, что оппонент, приближаясь к ним, говорил по мобильному телефону. Это отвлекло внимание шофера самосвала. Сам же мужчина объяснить свой промах отказался. Травмы, полученные детьми по заключению докторов травмпункта, куда родители отвезли их на автомобиле знакомых, угрозы жизни не несут. С места происшествия Мария Склярова и Павел Рогатин.